Между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом Новой Каледонии подписан меморандум о сотрудничестве. Меморандум нацелен на развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление дружественных отношений между народами Азербайджана и Новой Каледонии. Планируются взаимные визиты делегаций депутатов с целью содействия установлению постоянных связей между комиссиями, комитетами и органами парламентов двух стран, а также с целью изучения и обмена опытом парламентской и международной деятельности.